Первая пара поединков сегодняшнего дня. Своя категория до 51 килограмма. В красном углу Семенова Мария, Эстония, спортивный клуб Конкира. В синем углу Калач Оксана, Беларусь, бойцовский клуб Best Gym. Китайских воинов косички тоже из шлемов торчали. Вот так. Больше не речь. Лампочка сломала. Да не, может, не лампочка сломала. Маша, это хороший удар, конечно. Руки длинные, да? Она немножко руки не держала, поэтому. Руки длинные. На, у Маши повыше, да. Чем без дружеского там пожатия врача, тогда все сразу в бой. Крыло красиво. Ну да. In this bout, Davis Cup contest due to outclass in the first round, the winner from the red corner, Semenova Maria, Estonia, Klub Konkira.